Друзья, всем привет! С вами канал Просто Кухня. Спасибо большое, что вы с нами. Сегодня готовлю тушеную капусту с грибами и охотничьими колбасками. Такое супер осеннее блюдо. Берем для этого глубокую сковородку или кастрюлю с толстым дном, в которой можно жарить. Разогреваем в ней масло и будем обжаривать лук, нашинкованный полукольцами, и морковь, потертую на крупной терке. Лук и морковь обжариваем до прозрачности и мягкого состояния. Как только лук и морковь слегка обжарились, добавляем порезанные на пластины грибы. И еще пару минут все это обжариваем. И теперь будем добавлять колбасные изделия. Любые, там можно ветчину, сосиски, сардельки, все, что есть под рукой. У меня здесь охотничьи колбаски и сосиски. Все это еще хорошо перемешиваем и прогреваем, протушиваем еще пару минут. Теперь добавляем нашинкованную капусту. Ну и шинкованной капусты так, чтобы у вас была либо целая сковородка, либо целая кастрюля, вот как у меня. Потому что капуста, она очень сильно осядет в процессе тушения. Еще у меня была половинка болгарского перца, его тоже добавила. Ну и все это нам нужно посолить. Я сегодня использовала адыгейскую соль. Закрываем крышкой и минут 15 на медленном огне тушим, так чтобы капуста слегка осела. Ну, через 15 минут капуста слегка осядет, станет мягче, и ее уже будет легче перемешать. Перемешиваем и добавляем пару столовых ложек томатной пасты. Еще немного перемешиваем. Закрываем крышкой и будем тушить уже до готовности, ну, периодически помешивая. Ну, в зависимости от капусты, минут 40, наверное, так вот на это уходит. Кстати, воды никакой не добавляла. И вот такое получается очень ароматное и очень аппетитное блюдо. Прям вот, не знаю, мне кажется, оно по-настоящему осеннее. Друзья, я желаю вам приятного аппетита. Подписывайтесь на наш канал. Я вам, как всегда, желаю всем крепкого здоровья. Берегите себя и удачи. Пока-пока.